принципиальность в нем, зашитая в нем пружина, очень серьезная. Противостояние между командами сейчас, мне кажется, очень... Забивай за Фера. Даже и недалеко друг от друга в рейтинге сборных находимся. Вот все это будет сегодня... Ну что думаешь, Зафир, выиграем, нет? Начнем с того, чтобы... Что там по схеме у нас? Есть вопросы по защите? Сегодня в обороне играет. Обратите внимание, сразу Александр Сирьянов на позиции центрального защитника. У него номер 22, рядом с ним Максим Осипенко под пятым номером. Это центр нашей обороны, по флангам играет. Справа 28 номер Сергей Лев. Слева 26 Данил Хлусевич. Дальше тройка центральных полузащитников. В ней под шестым номером Дмитрий Баринов. 15 Данил Глебов. И 19-й Антон Миранчук. Алексей остался в запасе, хотя, как вы знаете, и приехал... Вот, а давай. Туда, туда, правильно показываешь. Лови, Сафир. Мяч. Пам, гол. Слева располагается капитан нашей команды Александр Головин, номер 17-й. И центральный нападающий сборной России Константин Тюкавин, номер 10-й, московский «Динамо».